Всероссийский конкурс «Доброволец России» проводится уже в 8-й раз. Гранты на развитие волонтерских проектов будут выделены для победителей в 12 категориях. Поборются за них и брянские добровольцы. Если в прошлом году было подано на этот конкурс 36 проектов, в этом году зарегистрировано 134 проекта. Здоровое питание для пожилых людей, экономическое образование в школах – эти и другие идеи были представлены членам жюри. Дмитрий Лазаренко курирует проект «Диалог наций». Ребята из БГИТУ второй год помогают иностранным студентам адаптироваться в новой среде. Ребята помогают иностранным товарищам узнать побольше о жизни брянщины, причем экскурсоводами они выступают сами. Соответственно, мы бываем на Партизанской поляне, мы участвуем в таких праздниках, как Масленица. С ними мы нашли подход очень быстро, уже через одну неделю мы все уже ходили, общались, здоровались, спрашивали, как дела. Стать волонтером может каждый. Иногда для того, чтобы дарить добро, нужно совсем немного. Для реализации проекта вам нужен набор канцелярских товаров. Я готов лично поддержать этот проект. Главное в волонтерском деле – желание помочь. Остальному можно научиться. В этом году в конкурсе впервые участвуют маленькие добровольцы от 8 лет. Смотришь в глаза вот этих юных волонтеров-добровольцев и действительно в них читаешь вот эти вот искренние, самые нужные, самые важные добровольческие идеи. Поэтому мне кажется, что сущность, ценность волонтерского проекта не зависит от возраста. После отборочного тура участников ждет народное голосование и оценка экспертов. Финал конкурса пройдет 5 декабря в Москве. Валерия Бурносова, Александр Жучков. События, Брянск.